Чувашии началась реализация проекта «Аэробика – это просто» от 4 до 90. Он получил в этом году грантовую поддержку президента Российской Федерации. Уже из названия ясно, авторы хотят, чтобы здоровыми и спортивными были все жители республики, несмотря на возраст. Региональной федерации спортивной аэробики пришлось с учетом эпидемиологической обстановки разработать специальную комплексную программу, в которой онлайн-занятия соединились с реальными. Так, в социальной сети Instagram утреннюю зарядку на свежем воздухе провел Алексей Германов, мастер спорта России международного класса. Продолжил насыщенный спортивный день с лет по спортивной и оздоровительной аэробике на территории сразу двух стадионов «Спартак» и «Школы номер 20». К ним присоединились поклонники ЗОЖа в Ельниковской роще. Около 200 воспитанников чувашской школы спортивной аэробики участвовали в нем в режиме онлайн-трансляции. Сейчас к практическим урокам добавятся семинары на платформе Zoom для всех спортсменов-любителей. В трансляциях расскажут о пользе занятий спортивной аэробикой, о правильном питании, режиме сна и о многих других важных вопросах, волнующих тех, кто заботится о своем здоровье.